Всем самое доброе утро, мои хорошие. Утречко, раненько. Вышли погулять с Бонечкой. Вы посмотрите, что у нас вообще во дворе творится. Лысый парк, только кучи мусора валяются. Обидно, посрезали вот эти маки. Тут прям поляна этих маков был. Один у нас оставили. Прям жалко. Ну, так всегда. В этот период, когда уже маки абсолютно все повылазили, пораскрывались, они приходят и состригают траву. Каждый год. А это, ребята, Одиссеевская лавочка. Боня! Бонечка! Он потерян на улице, он меня не видит и не слышит. Вот это его лавочка. А здесь была ж трава, ну, высоченная. Вот это где-то в этом периметре. И он там прятал свои пальто, куртку, какие-то там обувь. Вот это все в траве он там прятал. Я так смеялась. Когда-то я вышла к нему с Боней, а темно было, и... Ну, как всегда, поесть ему принесла. И Бонечка поставила его на лавочку. А я же никогда с ним не сажусь даже рядом. Я так вот стою вокруг нее, этой лавки. Боже, кто-то кричит. И я говорю, да, Боня, здесь неудобно стоять. Он проваливается между вот этих вот досок. Он говорит, подожди секунду. Мотнулся куда-то в черноту, туда в зелень. Приходит с этим, с кожухом с каким-то. Я говорю, где ты взял? Говорит, в траве у меня все спрятано. Говорю, замечательно. Постелил, Бонечка посидел. Я, конечно, Боню привела домой сразу в ванную. Отмыть от кожуха, от Одиссея, от всех. Так хорошо. Прошел дождь у нас под утро. Такой конкретный. Ну, уже все сухо. И сегодня я смотрела прогноз погоды, то будут дожди в течение дня. Прохладно. Чуть прохладненько. Светерочек. Хорошо. Ой, так вкусно пахнет, кто что-то готовит. Вот это здесь еще тоже живут. Две девочки-ёрочки. По-моему, мама с дочкой они. Спят еще. Это мы, Боня, с тобой. Идем сюда погуляем. Идем. Блин, это мы с тобой самые неленивые. Мне этот дворик нравится. Боже, и тут посостригали все. Ай, бог мой. Боже. А нахера вы нас... Гляньте, как они обстригли. Они поиздевались над этими пальмами. Зачем? Ой, кошмар. Гляньте, какой дворик хороший. Ой, привет! Привет! Ты кто? Смотри, Боня, собачек. Ну, он не сильно злой. Так, для виду. Полаял. Боня, Боня, иди сюда. О, бляха, муха, он к нему сейчас пойдет. Да, собачка-то. Они какие кактусы красивые. Ох, огроменные какие. Вот это на них вот эти плоды, которые едят. Опунция, по-моему, да, называется? Красавчик. Смотрите, какой огроменный. Это же его тоже подстригли. Обрезали, гляньте. Боня. Боня. Сейчас я уберу, подождите, ребята. Боня! А ну иди сюда быстро! Собрала Бонины. Как улики. Сейчас надо найти мусорку. А этот, гляньте, себе выбежал. Спокойный. У него калиточка открыта. Ой, хорошо как. Вот бы мне так. Та Боня от калиточка открыта. Винбек майнув. И по лимассолу уже до ларнаки добежал.
А этот, видите, вышел себе в садочек. Спокойно сейчас вернется домой. Вообще без всяких. Буня, что-то забоялся, Смотрите, и все, пошел себе спокойненько. Ну, он старенький, наверное, уже. Буня, идем. Побежали. Видишь, какой мальчик самостоятельный, а ты? Да, ты что? Он пошел такой важный. Нет, Боня. Пошли домой быстро, побежали. Побежали. Мне надо, наверное, его на поводок взять. Да. Пока. Вот так, вот так. Он нас лаем встретил, лаем проводил. Сюда, Бонечка, Боня. Идем, мой хороший. Пошли, давай. Вернулись в наш парк. Я представляю, какой будет шок и стресс у Одиссея, когда он придет, а трава скошена. Представляете? И смех, и грех, честно слово. А может, он уже приходил. Но он тут не тусовался эти пару дней, пока тут работали эти ребята. Потому что они тут за... и трактор тут, и лавку его занимали. То бедному нема было де и приткнуться. У котов он тарелки. Все на свете. Под лимончиком. А, расцвело вот это дерево. Красными такими цветками. Я даже не знаю, как это назвать. Они такие яркие, такие красивые. Вот это дерево. Ой, котеночек. Садить. Будем, пошли на кошечку посмотреть. О, привет. Не, это не тот. Это не тот наглый. Смотрите, как красиво. Видите? Там у меня сегодня нет ничего. Подождите. Только день начался. Боня, иди сюда. Смотрите, один мак оставили. Красивый какой, яркий. Привет, зайка. Как ты вырос. Как ты вырос вообще. Молодец. Антон говорил, там еще есть. А в кроватке, наверное, спят, их не видно. Привет! А ты, привет! Стоишь? Не убежал? Ребяточки, пошли мы домой. Всем классного дня и отличного настроения!